Может быть. Не знаю, вон интересное здание. Как будто бы крепость какая-то такая. Да. А еще там можно сказать, стилизовать. Да, могли стилизовать. Симпатичные. Улица Советская. Вот их домики отремонтировали. Они раньше имели такой более непрезентабельный вид. Вот домик неплохо отремонтировали. Сам домик интересный. Вот, тот раз, когда я здесь был, да нет, я так, в прошлый раз, тут эти домики не были отремонтированы, так-таки печальный у них был вид. Я надеюсь, что там мы найдем другую остановку. Я еще не смеюсь, за час можем дойти, до Синяна, ну, и там сесть уже на автобус. Ну да. Еще стоять на целый час на остановке. Вон там башня торчит, какая-то водонапорная, на той стороне. Смотрите, о, высокая, оглядывает. Советская 58. Солнце. Домики хорошие, правда? Угу. Но они были очень запущены. В очень запущенном состоянии были. Ну, в Калининграде то же самое было. Ну да. За всем следить надо, понятно. За нами немножко всегда следит большой брат. Ты не волнуйся. Вон, видишь, там какой дворец построили дома. Угу. Да, такие одноэтажные, по сути, домики. Красный кирпич, дом с флагом, это какое-то административное здание, может быть, тут главный дом, может, какая-то управа, поселок все-таки. А крыши отремонтировали они? Это уже не натуральная. Нет, я не черепица. Приятный, приятный. Дом как. Дом красивый. Сейчас от нее просто бьет. О, смотри какой домик. Ага. Чудненький домик совершенно. Дом 50. Ну вот, собственно говоря, такая прогулка по Янтарному, она приятна. Просто посмотреть архитектуру. Может быть, когда листья падут, приеду еще раз сюда. Заслуживает внимания.
Блин. Вот облупленные немножко, видно, сзади какие домики были. Ну, может быть, и увидим домик не отремонтированный. Ну, не для того, чтобы возмутиться, чтобы просто сравнить, что было. Ну, вот тут вот черепица натуральная, немецкая. Здесь тоже. Идем к центру, к началу улицы. Ну, номера домов уменьшаются. Да. Нет. Да, деревянная тут стройка. О, домик. Тоже черепица. Старая. Хорошо сделали, в общем-то, что ж, ничего не скажешь. Солнце предательски бьет между домов и деревьев. О, да, там новый микрорайон, видать, построили, видишь? Похоже, да. Там видно, что ага. Вон да. Да, да, ну, красивый домик. Так, здесь. Что? Сельская ипотека. Сельская ипотека? О, на доме написано. На каком? Вот же. А. На новом, который строится. Я думал, дом красный, смотрю, я там. Это на красную, на. Все, на все, красную. Все, нашел. Все, нашел я. Там. Да, в общем, тут есть на что посмотреть, вот так вот походить, чисто архитектуру, тут надо приезжать отдельно это смотреть. Ну да, есть такие. Ну я тебе говорю, что он весьма симпатичный поселочек, его начали приводить в порядок, и он так заиграл новыми красками. Молодцы. Мясная лавка. О, домики старые там. Так, сейчас солнце будет бить. Рыночек такой стихийный, маленький.
улицы небольшие такие, в сторону моря идут. Барак такой, типа сарая, может быть, даже и живут там, не знаю. О, это получается, что мы так ближе к центру подходим. Солнце. Да, там нежилой домик. Встану. Остановка. Вот здесь вот. Вот здесь вот может быть остановка. А? А. Так, вот иду дальше. Ну, тень все больше, солнце уходит. Когда ближе к морю, опускается к уровню моря, поэтому все темнее становится. Ну, снимаю, что могу пока. В следующий раз буду знать, когда приезжать. Там нетрудно было и так догадаться. Ну, пойдем, раз показывается. Девушка, извините, не подскажете, остановка в Калининграду ехать, она вот это вот есть, а там до следующей далеко идти, не знаете? Да, далеко. Ну, проходите все время над морем. Ага. Над морем прошли, повернули около акватории, это будет советский день. Немножко такой поворотик, и будет крест, и сразу остановка над да, морем. Да, там главное будет. Над морем. А, спасибо. Она не главная, там еще дальше будут остановки. А, дальше. Ну, спасибо. Ну вот видишь, наш. Люди все подсказывают. Тут не у кого спросить, идешь, один по телефону говорит, другой значит в наушниках, знаешь, вот так вот. Не, серьезно, у меня прям проблемы иногда были. Узнать, спросить у прохожих невозможно. Ну да. Бутыль, как же без бутыли? Без бутыли нельзя, Анечка, жить на белом свете. Мини-маркет. Лавка Бахуса. Тут видишь, они вместе живут. Классика вкуса. Интеллигентные люди, Анушка, здесь живут. Что попадя не пьют. Ну да, вот туда. Да, я вспоминаю, я тут пешочком ходил. И там действительно площадка над морем. Я, по-моему, как раз с этой площадки-то и вылез и пошел по всему городу.
Советская, дом 18. Остановка, дом номер один. Там где. Там где. О, видишь, там дорога немножко вверх, немножко идет. Угу. Так что вот приготовься. Да, тут такой безлюдный участок. Тут пропасть, что ли. Тут вот где-то вот недалеко находится вот эта шахта Анна, но дальше надо, наверное. Известная, печальная. О, да, тут какой-то сток идет туда, как дамба. Да. Марчелло здесь живет? Там, вот там вот дальше. Еще дальше? Да, да, там. Гостиничные комплексы такие шикарные. Да, служи. Не забывайте, говорит. О. Тот 120-й поехал туда. Наш. Наш, скорее всего. год. Так. Да, тут, ну, строительство ведется. Так вот, дом какой тут? Дом 5. Ну, значит, мы уже почти у цели. Да, вот такая вот прогулочка идет, полузатемненная, ну что ж делать, по-другому не получилось на этот раз. Домики какие. Что-то она так тяжело едет, а машина? Мойка, что ли? Так, это дом номер какой? Посмотри, я не вижу. Нет, ну вот. Остановка, я понимаю, вот здесь вот.
Да, вот это, наверное, она есть. Да, вон народ. Угу. Да, сейчас уточним тоже. Ну, видишь, там уже вон море видно впереди. Сейчас уточним. Калининград установка здесь. А, ну постой здесь, я схожу туда. Или ты хочешь тоже со мной туда? Чувствую. Нет, дальше уже нет. Не. Все уже, конец. Дом номер один вот как раз. Все. Пойдем в Синявино. Синявино. Сейчас пойдем глянем на море. Пейзаж такой будет морской. Вертолет тарахтит из Донского. А вот видишь, дом один, да? Знаешь, туда тоже дома есть, ну туда мы уже не пойдем. Сейчас мы только выйдем на обзор моря. А, ну, дом новый. Так, сейчас в тенек зайду. Да. Внимание, муниципальный паркинг. Да, ну море там, мы с Таран там дальше. Поворот полуострова Зеландского или Калининградского. Вправо. Да, Миша там. Миша там. Да я говорю. Пойдем обратно. Станция тут, видишь, наблюдение за обстановкой. О, а, ну о. Да, да. Радиолокационная станция работает здесь. Ну, конечно, за кустами так. Да, я говорю, так ищу место тени. Наоборот, с тени. Все, возвращаемся. Непонятно, какая улица. Там вот в том доме дом один. Дом один, по идее, вот это должен быть. К которому мы сейчас вот подходим. Там написано здание. Ага. Ну, богу знает. А, ну да, это городок какой-то. Отдельный.
Садись, Ань. Из семи. Из семи. Ну что, все, на остановочку мы пришли. Все, заканчиваем репортаж.